Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Это видео я хочу посвятить теме, на которую долго хотела снять все-таки ролик, так как приходило много ваших просьб. Давайте поговорим с вами на эту тему. Давайте сегодня разберемся, потому что для многих именно такой вот певец, да, шоумен, можно так назвать, как Моргенштерн, он немножко непонятен. И для меня, как и для вас, для многих, такая была интересная личность, про которую я все-таки посмотрела интервью с этим, э, с Алишером, да, его зовут Алишер Моргенштерн, поэтому... Э, тут недавно была свадьба такая очень Интересная, да, с, с девушкой, с Диларой. И вот, действительно, почему же Алишер привлекает к себе многих девушек, да, именно вот, так сказать, в подростковом периоде, потому что он достаточно молодой, и, конечно, девушек достаточно молодых он и привлекает. Давайте сегодня разберемся, что же это. За такой интересный человек. И что думаете вы по этому поводу, обязательно напишите. Если вы не слышали ничего про Алишера, мы на превью поставили именно его фотографию, поэтому можете посмотреть. Можете также посмотреть в интернете. Я думаю, каждый, наверняка, про него слышал, так как человек сейчас достаточно молодой, да, ему 23 года, и я бы сказала, что очень богатый, да. То есть, на мой взгляд, когда я первый раз его увидела, то у меня такое было вот странное впечатление. Ну, то есть я не фанат, сразу скажу, я не хейтер, я не фанат конкретно Моргенштерна. Все такое, говорю, мнение со стороны. То есть я думаю, что это кумир уже такой подростков. То есть не нас с вами, да, а именно такой подростковый кумир, потому что его песни конечно, повергли в шок, что там есть матерные слова, да, там есть какие-то пуки-каки, сики и так далее. То есть, если посмотреть его плейлист, то даже может быть немножко стыдно. Да, вы мне многие пишете, что там у меня какие-то видео стыдные. Нет, друзья мои, это еще не стыдное видео. Поэтому можете открыть плейлист и посмотреть, что там, то он пукает в песнях, то там какает, прошу прощения, в песнях. И, соответственно, всем это нравится. И он каждую свою песню, каждый свой альбом становится все богаче, так как ему предлагают новые контракты, новые рекламы и там концерты да, даже поэтому вот такая интересная личность да молодой человек весь в татуировках не сказать что он такой прям очень крепкий телом да чем же он привлекает девушек современных во-первых на мой взгляд он привлекает Своей неординарностью. То есть, действительно, девушкам интересна вот эта личность. То есть, с одной стороны, вот для меня этот человек раскрылся на две разные личности. То есть, первая личность это такой культурный мальчик, который действительно очень умный и действительно у него очень хорошо соображает голова. Ну, на мой взгляд, вот по его интервью, то, что он говорит. А с другой стороны, да, когда, если бы я не видела вот эту вот часть, вот эти интервью с ним, то это, ну... То есть, да, поскольку его слушает молодежь, я включила, меня это немножко как бы шокировало. Да? И особенно даже одни названия песен. Вот. Но поскольку начнем с того, что он сделал из себя именно такого неординарного человека, который рвет все шаблоны. То есть разрыв всех шаблонов. Если вы включите любую музыкальную премию, какие-то новости про нее посмотрите, то вы увидите, то он приехал там, в инвалидной коляске то он там на свадьбе в свадебном платье вышел и так далее. То есть он вот делает разрыв всех стандартов. Хотя, с другой стороны, да, он занимается благотворительностью, он помогает тяжело больным детям и так далее, да. Соответственно, вроде бы и семьянин, он вот так вот в 23 года женился, да, подарил там своей девушке там какой-то, да, подарки, про это тоже все активно писали. То есть, но мальчик очень-очень умный, да, и я думаю, что это действительно такая четко выстроенная траектория его вот такого поведения, Такого вот э, выступления на публику. И, кстати, это очень нравится девочкам. Вот девочкам нравится, почему в школе, да, все любили какого-нибудь негодяя, да, такого, который... А пофиг, что начался урок, пойду-ка я там. На, за, там, за школу, там, подерусь с кем-нибудь, и все девчонки, а, такой он классный, да. То есть вот он создает такой вот образ, и, конечно, тот факт, что он действительно очень богатый, на мой взгляд, это цепляет многих девочек, да, что, ну, он в 23 года действительно является очень богатым человеком. Опять же, по данным интернет-ресурсов. А поскольку современная молодежь, очень к этому вот стремится, да? Поэтому, поэтому я думаю, что вот эти шаблоны, которые есть и которые привлекают в нем девушек, и поэтому сейчас себе девушки хотят найти именно такого мальчика, как Алишер, молодого человека, который вот он такой неординарный, он привлекает своим вот этим вот своими поступками такими, что я что хочу, то и делаю, я свободный человек, мне там никто не страшен, я ничего не боюсь и так далее. То есть у него вот такой вот образ, образ конкретно экстраверта. И вот он, на мой взгляд, он действительно умный. Он просчитывает каждый свой ход, каждую свою песню. Он знает, что он делает. И именно поэтому он -то открыто говорит, что там все мои песни это говно. Прошу прощения за выражение, что все там это все фигня полнейшая. То есть он четко следует своей вот своему вот этому образу. Вот, поэтому многих девушек это привлекает. А мы уже с вами говорили, что девушки как раз, женщины тянутся вот к такому вот интересному, неординарному, э, там, вот, свободному. Ну и что говорить, конечно, многие бы девушки хотели, чтобы так они раз встретились, да, с Алишером, он им раз и взял, подарил какую-нибудь машину за 10 миллионов, да, без, без этого современной молодежи есть такие определенные стереотипы. Поэтому вот вам, пожалуйста, эти критерии, которые, на мой взгляд, и делают его таким вот известным, популярным. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно напишите мне ваше мнение. Действительно интересно. Я думаю, что к этой теме мы еще вернемся с вами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока и до новых встреч!